Вот решили снять видео специально для игроков, которые собираются в 283-е королевство, где играет такой Влад Гиберман Фыршик, который звал всех русских игроков к себе играть в королевство. А теперь вот послушать правду о этом королевстве. Все это королевство сидит в щитах, абсолютно практически все альянсы. Если взять, тут, наверное, хуже, чем у китайцев, суть по этому вообще всему, что происходит в этом королевстве. Так что, кто собрался сюда лететь, вы подумайте еще 50 раз, чтобы сюда прилететь. Они проигрывают ВП, то есть, ну, не они, а получается все королевство страдает, все потом ребята из-за этого. А все преподносит так, что здесь, мол, здесь все так охрененно, блядь, мы такие все хорошие, блядь. Башни знаников, один альянс босс, блядь. Ну, правда, тут кто-то уволил половину войск. Это явно, блядь, под сток слить, это... Вот Галакс реально слил войска, бил. Еще кто-то, ну, основной тут половину уволил войска, кто больше всех зовет игроков. Так что, ребят, вы прежде чем сюда лететь, вы подумайте. Здесь на самом деле хуже, чем с китайцами. От китайцев ты можешь всегда ожидать, что тебя ждет, что он твой враг определенно, да? А тут вам говорят мир, мир, мир. Владик снимал последний ролик, насколько я знаю. Сейчас, где он тут? О, под названием таком вот. Ждем всех русских игроков, русскоязычных. Японцы все покинули. Покинули, лучше бы еще раз покинули. Так что прежде чем сюда лететь, вы подумайте. Здесь половина альянсов просто пишут такое, что неохота показывать, кто им пишет. Поверь, Владик, и пишут всех альянсов, которым ты там мир типа у тебя. Даже там игроки пишут, что вы просто охерели. Вы уже от жир бесите реально. Ты подумай сам о том, о чем ты вообще просишь лететь русскоязычных игроков к вам играть сюда. Для чего? Для того, чтобы ты их своими ребятами бил, что ли, тут, блядь? Ты сам русский игрок, и ты задумайся об этом. Кого ты зовешь вообще? Тогда позови сюда китайцев, скажи, прилетайте, мы с вами силой померяемся. Или, блядь, пришли, вот будет перелет, слетай в другой кор, выбей там китайцев, если так хочешь тебе повоевать, завоевать какое-то звание определенным, блядь, охерительным, блядь, себя показать там игроком и как здесь сюда люди к вам идут, чтобы играть с русскими игроками, понимаешь? Тяжело довести это до человека. Не все донаты, не все, блядь, бизнесмены, не какие-то у них там, они не пёхают с женами олигархов, блядь, и не имеют такой возможности, как некоторые вкладывать сюда в эту игру денег. Столько, сколько вкладывает ваш альянс. И это не говорит о том, что вы должны его просто бить. Слабых игроков вы должны уничтожать. То есть они просят, чтобы все игроки слили силы. То есть для чего нахер тогда замок нужен игроку, чтобы он был без войск? Вот объясни, вот вы стукнули парня, вчера ваш там этот, как его, полупокер, блядь, ударил Сережку вот у нас, и как, блядь, как он там, Леон. Для чего? У парня, блядь, сила на П4, 20 миллионов. Какая у него, что, 100, там, 150, что он должен был слить быть? Для какой цели? Звание вам себе поднять, и как, блядь, хотите? Вы ж донаты, купите, блядь, это все. Что, не можете купить, что ли, тогда ничего, и как, блядь? Или только говорить, вот, самое интересное, Влад, твое видео сначала как начиналось. Я такой фанат был твоих видеороликов, ну ты реально, ты разочаровал просто. Ты просто разочаровал, ты все королевство разочаровал, если реально играть. И ты как лидер, ты ничего не можешь, как король, который ты там на троне, вы сидите, меняете с игроками, да? У тебя есть хорошие игроки, так как Шок, Рики такой вот, да, там некоторые ребята там с кем общаешься, они нормальные ребята, реальные как. Ну ты как лидер, ты должен, ты как король здесь, ты должен устанавливать мир. Ты зовешь в королевство, где ты говоришь, в королевстве нас мир. Где этот мир? Когда все ребята русские сидят под щитами. Я уж про себя не говорю, у нас вообще маленький альянс. А вы зовете играть, вы летите, ребят, для того, чтобы мы вас тут сливали играть. А потом вы говорите, вот, блядь, такие плохие, вот там кто-то ферму, кто-то еще что-то играть. Не все так начинают. Играют у американцев, у китайцев русские игроки, и так себя не ведут там другие, блядь. А ты зовешь таких же обычных игроков, не донатов, правда. Каждый хочет играть игрок, как он хочет. Хочет он вкладывать, кто-то в семью денег вкладывает. Если у тебя до хера денег, ты можешь свою семью обеспечить, игру свою впиздить, там миллион денег рекать. Это не говорит о том, что каждый из этих игроков должен также вваливать туда же эти деньги. Рекать.
Ведь все альянсы, блядь, сидят под щитами, не знают уже куда чё, блядь. И все пишут, икать, блядь. Это Дроган вообще у тебя клоун какой-то, блядь. Реально тролль чата какой-то, икать, блядь. Вы там, блядь, сидите, икать, вам понятное дело, вы топ, у вас, блядь, понахачали 15 архангелов, икать. Ты собрал, особенно твои ролики как начинались. Зовем P5, следующий ролик зовем P6. Следующий ролик. Зовем игроков, кто может подонатить 2 пакета 3 по 7,5 купить. Концовка надо, чтобы поднял силу 100 миллионов, больше, потом еще больше. Концовку сейчас надо всем слиться. Говорю, для чего ты тогда? Человек въебывает в игру денег для того, чтобы просто потом взять и вот эти свои деньги спустить на китов. Да, вот сейчас я клепаю армию, покупаю эти ускорики, покупаю эти пакеты, да, для того, чтобы мне снять щит, ты мне ебнул, да, и все. Вот для этого каждый игрок здесь пытается как-то он сделать свой замок сильнее. Если вы говорите, это военная игра, так соблюдайте эту военную игру, воюйте на великих походах. Докажите китайцам свою силу, докажите тем, с кем вы воюете, с другими игроками топовыми. А не так, вы 2 похода 3 просрали, и как виноваты у вас ребята оказались, блядь. Вы начинаете их сливать каждый раз. Это вы считаете правильно так. Это ни хрена неправильно. Не каждый игрок может донать, как донать вы. Складывать сюда столько денег. Это всего лишь игра, рано или поздно ее каждый бросит, икать. Почему Зорро, вот, игрок был 746-го королевства, потом 500 он... 23-го, по-моему, стал, если я не ошибаюсь, был королем. Про него ни один человек не может. И почитай его вот уход, когда он ушел, сколько там комментариев ему оставили. Легенда, реально легенда. Который человек держал мир в коре, который стоял тоже русский флаг, хотя там он играл с иностранцами. Он никогда его не нарушал. И чтобы он своих ребят был, он всегда всем поможет, всегда всем подскажет. А у тебя что в личку, ребята, спросят, тебе 2 слова. Иди туда, я то, это то, и какой-то разговор, весь вот разговор ни о чем, и как-то. Надо доводить до ребят. Если ты можешь сказать, ребят, мог выйти в чат и сказать, ребят, вот такая-такая просьба. Слейте силу из-за того, что попадается там сильное королевство определенное, да? Как сами по себе. Хотите уволить, хотите что? Я уж думаю, каждый альянс по-своему решил, как ему слить силу. Может, он выйдет с альянса, там, игрок, и будет сам сливать там своим другом, как-то звание набивать себе, они силу сами сольют. Но не для того, чтобы ты ее слил, ему силу. У тебя же дохрена денег, качай туда, хераши, кать, хочешь слей, хочешь уволь. Тебе-то что, тебе расплюнуть сотку силу поднять. А этому человеку обычному, ему надо год, чтобы 100 миллионов поднять. И год еще надо, чтобы его никто не бил. И в щите просидеть. Это неправильно. Вы зовете для чего игроков? По твоему последнему видео ты звал игроков русскоязычных. Все улетели, летите к нам, ребят. К вам летят, ребят, для чего? И вы подумайте, каждый, который собирается лететь в 283-м, здесь нет мира. Здесь просто русский топ-альянс-босс бьет русских. И для этого, чтобы вот это вот все прекратилось, это надо, чтобы он сам подумал вообще, и весь его альянс подумал. Ну же, почему-то ни пули не атакует, ни Рики я не видел, чтобы атакует еще. Какой-то реальный, это Дроган вообще, это ушлепок какой-то. Сидит там, блядь, тролль чата, над ним как над клоуном ржут, уже все пишут, да он клоун тут, он тут узнал одно слово шляпа. Часто либо ему этот шляп под нос подносит. Но на ВП он сидит, блядь, в щите. Вот это Дроган, шляпушник, блядь. Шляпушник ты, Дроган. И кто там, тролль-то, ёпки, блядь. Вот это вот показывает в мультиках, Шрек, блядь, вот ты такой же, блядь. Так что, задумайся сам о том, что вы записываете какие ролики и зовете играть игроков сюда, в наше королевство, в ваше королевство, которое вы считаете мирным, которое у тебя по последнему ролику было написано «Мирное королевство». И что происходит? Тогда же, если ты сказал слово, будь мужиком, держи это слово. Мир значит мир. Нет мира, скажите, нехер сюда лететь, мы ждем здесь супердонатов. И кто хочет, только супердонаты, и может сюда лететь. Они обычные игроки. Уже 70% королевства вас ненавидит, ваш альянс просто. 70%, ты представляешь, не 10, не 15, а 70. Ты скажешь, да, типа, мне похер, что там, кто меня ненавидит, мне похер, икать, да? Ну поверь, улетят отсюда, произойдет еще одно слияние, прилетит такое королевство, как вот прилетело на ВП сюда, и просто вы, блядь, бросите тогда, или сами улетите. Ты сам хотел от этого свалить, как вот там, ты там писал, он улетел, не вывез вот этого всего. Неизвестно, что будет. Ты можешь проснуться, сам быть с нулем, опять будешь туда денег китайцам вкладывать, а люди не хотят этого делать. Они играют это удовольствие от своего, а не для того, чтобы вы их русские язычные игроки просто сливали.
и веселились. И вы думаете, что это все заебись, да? Мы там вот такие вот охеренные, мы же топы, мы скачали денег и как. У тебя есть хорошие ребят. Ты и сам нормальный вроде как игрок был. И великий поход я с тобой когда-то был у нас. Я видел, как ты за королевство за свое бился, хотя не королем в тот момент был, а врагом японцев там или китайцев, кто у вас были, да? И ты сейчас же повторяешь их же действия, которые делают, как и они. Как. Нельзя так, Влад, делать. Ты задумайся об этом, реально. Всем вам, игрокам, 283-го королевства удачи не только в игре, но и в жизни.